Ри-ро-ри, ри-ро-ри. Каждое утро у Айгерим Тимирбековой начинается с распевки. Сейчас вокалистка музыкальной школы, благодаря своему труду и упорству, может похвастаться не только многочисленными грамотами и участием в конкурсах, но и тем, что стала единственной, кому досталась стипендия фонда первого президента Нурсултана Назарбаева. В начале октября девушку пригласили на награждение в Алматы. Были отобраны 80 лучших студентов со всей республики. Стоит отметить, что Айгерим единственная в городе, кому достался такой новогодний подарок. Фонд первого президента тоже организовывает каждый год как бы для поддержки молодежи, для хороших студентов. И вот, по-моему, было 400 студентов, из них отобрали 80 достойных студентов. Кроме того, девушка – одна из немногих вокалисток, кто на одной сцене выступила в тандеме с золотым голосом страны Димашем Кудайбергеном. На концерте «Дети в ритме мира» Айгерим исполняла музыкальное произведение с известным на весь мир соотечественником. Отправили в Париж, там сказали, что я и еще две девочки были, тоже вокалистки. Мы втроем будем петь с Димашем. Это для нас было так… Мы были так в шоке. Какой он вообще в жизни? Он в жизни очень талантливый, очень скромный и общительный, даже с чувством юмора. В ближайших планах у девушки переезд в Нур-Султан, но перед этим она мечтает записать сольный альбом. А самое главное – поучаствовать в концертных мероприятиях, которые будут посвящены году культурной столицы в Шымкенте.